Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! И мы отправляемся в Волгоград, на Волгоград-арену. Стадион чемпионата мира 2018 года, лучшая лига мира. МЛБ, первая лига, рада приветствовать вас. И нас ждет заключительный матч в рамках 8-го тура сезона 24-22. Ротор в Волгограде принимает футбольный клуб «Чайка». Поехали! Стартует заключительный матч 8-го тура. МЛБ первой лиги. Ротор у себя в Волгограде принимает «Чайку». Ротор в синем и «Чайка» в бело-черном. Уже первое стандартное положение. Более-менее серьезное. У ворот хозяев поля. Хвачев пошел штрафную. Не он один. Не очень уверенно на выходе играет Никита Чигров. Но, на его счастье, не лучшим образом этот мяч принимает Олег Николаев. Удар последствия 18 номера получается плотным, но прямо по центру бьет. Казалось бы, вот она, идеальная стихия для того, чтобы чувствовать себя гораздо лучше, как здесь можно было не забить. Честно говоря, совершенно не понимаю. Потрясающий эпизод. Казалось, гораздо проще Евгению Болотову занести своим корпусом мяч. Максимально уважали друг друга. Атака гостей. Подача штрафную площадь. Удар, и рядом со штангой мяч пролетает. Отличный эпизод. Владислав Руденко. С левой ноги метил ближний угол. Максим Швецов. Передача в центр. Алексей Шумских. И отшибается капитан. И можно разгонять эту атаку. Можно двигаться дальше и бить поворотом. Удар, перекладина. Мяч не попадает в ворота. Мяч вылетает в поле. На счастье Никиты Чигрова и даже в большей степени Алексея Шумских, капитана волгоградской команды, который взял и привез этот момент буквально на ровном месте. Да, «Чайка» сейчас была очень близка. И здесь удается мяч обработать. Молодцом прищепа. Подача с левого фланга. Удар Кухарчука. Кажется, что мяч летит в дальнюю девятку. Но как же здорово работает ногами Михаил Штепа. Ему даже прыгать не пришлось за этим мячом. Перехват на половине поля соперника. В первом тайме было очень много таких потерь. И гости с большим удовольствием этими потерями пользовались. А сейчас еще и забивают практически. Но практически не считается. Опять не везет. Опять не везет Владиславу Руденко. И вроде бы все правильно делал 19 номер нападающий гостей. Но попасть по воротам соперника не сумел. Но это не удар. Хотя, вы знаете, это вполне возможно и удар, раз уж мяч попадает в перекладину. Казалось, что у Никиты Малярова просто-напросто подачи не получилось. Бамадгереева на Янова. Удар по воротам. Бамадгереев выше перекладины. Выше перекладины. Ну вот никак не идет. Всего сегодняшнего великолепия. Прищепа подается штрафного. Удар. Моментище-то какой! И попадать нужно было в ворота сейчас, на предпоследней минуте второго тайма. Фантастический совершенно эпизод. У ворот Михаила Штепа. Как могли, так и работали сегодня. Наработали на 0-0. Звучит финальный свисток. Этими 0-0 совершенно точно недовольны ни футболисты «Ротора», ни футболисты «Чайки». Но такие матчи порой происходят.